различные случаи. Ему же ты веры воздействуйся, я мир крещением служивый, и ныне же стоя воды со Христу Богу. Си Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно. Господи, спаси, благочестивый. Oh.
погибших, мученики и исповедники, за веру в православное Отечество Российское, от безбожных властей убиенное, да поминеет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне пресно и во веки веков, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, весь священнический, монашеский и чистый чин, весь причет церковный, настоятель, братья прихожан святого храма сего, паству Урюпинскую и Новоаннинскую, паству Михайловскую, вас и всех православных христиан, да поминеет Господь Бог во Царстве Своем, всегда на них присно и во веки веков. И Бога у нас, святый Отче Михаил, и Бога у нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно и во веки веков. Небесного круга, верха творчего, Господу помолим сердце все. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господу помолим сердце все. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господу помолим сердце все. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господу помолим сердце все. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господу помолим сердце все. Царящее. И выздоровитесь нам, святые святые Евангелие, Господа Бога молим. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Аминь. Кричи Господь ко пришедшим к Нему иудеям. Аминь, аминь, глаголю вам. Не входя дверьми во двор овчий, но прилази инуди, той так есть и разбойник. А входя дверьми, пастырь есть овцам, всему дверник отверзает, и овцы глаз его слышат. И свои овцы глашает по имени, изгонит их, и когда свои овцы изженет, пред ними ходит, и овцы по ним идут, яко видят глаз его, по чуждем же не идут, но бежат от него, яко не зная чуждаго гласа. Сию притчу рече им Иисус, они же не разумешат, что бяше, я же глаголаше им, рече же паки им Иисус. Аминь, аминь, глаголю вам. Аз есть дверь овцам, все елика их, прииди прежде мне тати, сути разбойницы, но не послушаша их овцы. Аз есть дверь, мною аще кто внидит, спасется, и внидит, и изыдет, и пажить обряще. За все братья, за все христианы. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слышены Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, и суши к море далече, и милости Боже Владыко, твори всех наших и помилуйны, милости в бой человека любит Бог и си, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Освятителю Михаилу, митрополиту Киевскому, с умилением сердец помолимся. Святые великие, преславные архипастыри, отче наш Михаил, и страны русские, первопрестольничие, пив и просветителю всех же и племен христианских, благонадежных пред Богом ходатаю, Тебе припадающие молимся, помози нам выйти Твоя к Богу, любви подражатели. Ей же в земнем животе Твоем преисполнил был Иси. Просвети умы и сердца наши светом божественного учения. Научи нас Тебе последовать и верно, и заповеди Господни усердно творите. Да явимся чада Твоя не именем токма, и всем житием так опознаемся.
Молимся равноапостольные иерарши о церкви русской, о граде Твоем обители, о храме всем и отечестве всем нашим. Призри милостивно на вся верные Твои чтители, помощи Твои ищущие, будем всем в болезнях целитель, и в скорбях, и печалях утешитель, в бедах и нуждах помощник, в час же смертный заступник, поки покровитель, до Твоей помощи сподобимся и мы, грешные, спасение получите, Царствие Христово наследовать и ей, святители Христов, аще восхощище можешь и помощи нам, да на помощь Твою уповающе, прославим дивного во святых своих Бога Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Святитель Михаил, который был послан собором для того, чтобы проповедовать здесь Слово Божие. Поистине служение его явилось равноапостольным, именно потому что Россия, это все-таки страна была в то время языческая, со своими обычаями, порой даже страшными обычаями. Вот. И вот эти всяческие обычаи, это именно надо было как-то переламывать, изменять жизнь людей, а это всегда трудно. Мы знаем по себе, как трудно менять нашу жизнь, как трудно изменить хотя бы что-то в нашей жизни, наши привычки дурные, распорядок какой-то, поведение свой, дня распорядок, как трудно бывает очень именно что-то поменять. Как трудно, например, именно в состав своего дня, именно, ну, чтобы входили обязательно утренние и вечерние молитвы, да? Вот. Где мы пропустим, где мы скажем, что мы устали, вот. И как бы мы себе всегда извинения найдем, да? Обязательно найдем. Вот извинения. Вот. И, конечно, чтобы в состав дня нашего прожитого входило чтение Священного Писания. Вот такое правило оптинских старцев, да, когда они давали такое правило, что обязательно в день прочитывать одну главу из Евангелия и две главы из апостольских посланий. Вот, в день тогда надо было прочитывать. Просто молиться. Мы видим, как это бывает очень-очень трудно. А здесь надо переломать было быт наших с вами соотечественников, укоренившихся быт. А еще тем более были проповедники этого быта, язычники, да, языческое именно вот такое направление на нашей родине. Это было, это как бы здесь иерарх церковный выступает уже против языческих именно богов. Да? Апостол Павел говорит, что языческие боги, суть кто? Бесы, то есть бесы. Это надо было поменять у людей, их жизнь, их не только жизнь, но самое главное, в голове надо было поменять, да? Привести их к так называемому покаянию. Потому что откуда происходят у нас всяческие грехи, да? От помыслов. Рождаются помыслы. Мы их как бы вот относимся к ним невнимательно, принимаем их. Вот. А потом эти помыслы постепенно, как говорится, переходят в дела. Оно вроде безобидное, пришел помысл какой-то не очень хороший, да, грязный помысл. Если ты его отверг, этот помысл, ну, ничего с тобой не случится. А если ты с ним как-то начинаешь беседовать, идет, тебе понравился этот помысл, да, эта страсть, ты начинаешь представлять себе еще представление, вот пошли уже,
обязательно эти помыслы рано или поздно осуществляются. Поэтому нам надо, конечно, именно смотреть за собой, за своими мыслями, да? Как мы себя ведем, что мы делаем. Мысли, они потом во что переходят, в дело. Поэтому старайтесь, чтобы именно в вашем разуме были только добрые, хорошие мысли. А худые мысли, грязные мысли, мы их знаем, какие-то мысли, да, осуждения. Вот. Думать о себе много, что мы такие хорошие, тоже плохо, да, что у нас хорошее, ничего у нас хорошего нет. Вот. У нас с вами только одни грехи, вот. И ведем мы себя точно так же, да, порой не очень-то хорошо. А что хорошего, ну от кого дается? От Бога дается. Вот надо в себе воспитывать доброе, вот стремиться к доброму. Вот представьте, как было святителю Михаилу, да, именно чтобы вокруг окружают язычники, огромная масса язычников, да, людей, живущих здесь, надо с ними общаться, надо, чтобы они постепенно изменили свой образ жизни, поверовали в истинного Бога, Господа Иисуса Христа. Вот. И мы видим, как даже вот в современном мире, хотя Слово Божие везде проповедовано, везде знают Иисуса Христа, мы живем сейчас, празднуем праздник Пасхи, к Рождеству празднуем Пасхи, да, а по сути народ остается в таком же языческом неверии. Вот. По сути, большая часть народа нашего также, да, и отношение к церкви точно такое же. Хотя люди в основном в своем числе они крещенные люди. А вот именно вот эти обычаи, традиции, которые, ну, вот, например, кладбище, мы это прекрасно знаем, да, Пасха, вот люди идут на кладбище, это вы знаете, да. Хотя куда люди должны идти? В храм Божий идти, прославлять Господа Иисуса Христа, радоваться с Ним. Потому что в этот день празднуют все, да, праздник Пасхи, и живые, и умершие, но они живые для Бога. Это для нас они умершие, для Бога все живы. И они тоже празднуют. А вот мы должны прославлять Пасху Христову, а люди большей частью идут куда? Ну, кладбище. Да? Вот. Вот это тоже вот такая традиция, смотрите, вот она вошла в народ, попробуйте изменить его. Она, конечно, изменяется, многие люди уже начинают приходить на радоваться, уже начинают приходить. Но все равно, как трудно это все меняется, как трудно все именно приходится человеку изменить. Кто-то сказал из старцев, что легче сделать 100 поклонов, чем изменить свой полностью. Помысл изменить очень трудно. Лучше его не менять, лучше грязный помысел совсем не принимать. Тогда и не надо будет его менять, тогда не надо с ним бороться. Просто не принимать его. Ведь ты знаешь, что он грязный. Осуждение – грех же. Да? Грех мы знаем, да? Вот. Блудные помыслы – грех. Грех мы знаем. Привычки наши, вот какие-то греховные страсти, да? Курение там, винопить, тоже грех, грех. Вот если мы думаем, вот там другое совсем, да. Злоба – это грех, грех, лжелательство кому-то, да. Вот если мы не будем этого принимать, мы с вами чище не становимся. Ну вот я вам желаю, дорогие мои, за молитвы святителя Михаила, чтобы наша жизнь с вами изменялась к лучшему.